Итак, какие три самые распространенные причины, почему мытье окон делают так редко? Это монотонная работа. Согласись, пока перемоешь все окна, даже в однокомнатной квартире, большая часть дня пролетит. Работа с высотой. Если живешь на 9-16 этаже, а то и выше, мытье окон превращается в реальную битву за жизнь. Ну и, конечно же, бессмысленность происходящего. Самые красивые и фантастически прозрачные окна испортит лишь один 5-минутный дождик. Сложно, но нужно. В большинстве случаев люди стараются мыть окна хотя бы 2 раза в год. Это начало лета и конец осени. Короче говоря, если можно себя приучить мыть окна чаще и даже не обращать внимания на высоту, то чувство, что твои труды смоют дождь, все-таки никуда не деться. Рецепт идеального средства для мытья окон тебе понадобится: 1 колпачок самого простого кондиционера для белья, 1/2 стакана теплой кипяченой воды, 1 столовая ложка глицерина, удобная пластиковая емкость изготовления. Небольшую пластиковую емкость залей колпачок с кондиционером и хорошо смешай его с водой. Дальше в эту смесь добавь глицерин, он тягучий. Дай раствору настояться не менее 15 минут, после этого он будет готов. Теперь просто нанеси несколько капель раствора на щетку и активно вымой им окно с одной стороны. Сейчас в продажу поступили магнитные щетки, которые моют окна сразу с 2 сторон. На их счет ничего сказать не можем, сами не пробовали, по старинке как-то. Быстро растирай щетками раствор по всему стеклу, чтобы он не успел подсохнуть. Готово!